Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Один из столичных водителей с этой русской пословицей явно не знаком. Подтверждением стал случай в одном из чебоксарских дворов. Автолюбитель, видимо, не найдя пропуска во двор, решил просто объехать препятствие в виде шлагбаума. Безудержное веселье. Такое название дали пользователи социальных сетей следующему видео. На нем водитель строительно-дорожной машины решил лихо проехаться по луже. Зато ковш помыл, шутят в комментариях.